Анна Матвеевна Алексеева повидала в своей жизни многое. В войну девчонкой работала в народном хозяйстве, потом много лет трудилась на кабельном производстве и уже более 15 лет назад вышла на пенсию, но продолжает вести активный образ жизни. Своими мыслями о пережитом она делится на торжественном вечере, посвященном Дню пожилого человека. Вы знаете, наверное, просто я... Не люблю лежать дома, не люблю лежать там на диване сидеть. Вот. Я как и больше времени, наверное, в движении. Поэтому, может быть, потом я принимаю участие в Совете ветеранов, в депутатской там. Поэтому, наверное, может быть, и на улице всегда с людьми, всегда кажется весело и добро. «Не стареют душой ветераны» – эта фраза была лейтмотивом всех поздравительных речей на празднике в театрально-концертном центре «Щелковский театр». И что бы хотелось сказать? Возраст и мудрость, добро – это вот рядом. И вот возраст никак не должен быть помехой в общественной жизни каждого жителя. Хочу поздравить всех. Я бы не сказал пожилых людей, а людей серебряного возраста. Замечательным днем, который отмечает сегодня во всем мире. Пожелать им здоровья, благополучия, удачи, движения, потому что движение жизни и радости жизни. На торжественном мероприятии грамотами и благодарственными письмами за активное участие в общественной жизни района наградили председателей ветеранских организаций поселений. Дипломы вручили победителям 4-й спартакиады ветеранов, в которой приняли участие 250 человек из 27 первичных организаций. Алексей Сиражим, председатель Совета ветеранов Монина, отметил, что команда из его поселения участвует в спартакиаде уже третий год подряд. Рад и за вас, потому что соперники, как мы называем в спорте, все время совершенствуются. Я рад за то, что у нас Загорянская организация с разливом раньше до 200 очков довела уже до 10 очков. Это перспективная команда, и мы ожидаем, что в следующем году у нас с ней будет очень серьезное соревнование. Подготовили для ветеранов и концертную программу. Перед ними выступил ансамбль «Распевы». Праздник получился по-настоящему теплым и душевным. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».